Станислав Нарбут, белорусский ученый, врач, меценат, родился в 1853 году в имении Шавры в Гродненской области. Он был младшим ребенком в семье Теодора Нарбута, известного историка, археолога, военного инженера. И, согласно семейной традиции, должен был стать врачом. После окончания Виленской гимназии Станислав поступил в Мюнхенский университет, где в 1879 году получил степень доктора медицины. И еще пару лет проучился в университете Тарту, занимался частной практикой, а затем вернулся на родину и поселился в Браславе. В то время здесь был только один доктор, и Нарбут обратился к ковенскому губернатору с просьбой назначить его уездным врачом. Получив разрешение, приступил к работе. На собственные средства в 1906 году в Браславе построил первую в тех местах лечебницу. Она просуществовала почти 90 лет. Сейчас в ее здании располагается Свято-Пантелеймоновский женский монастырь. Открыв больницу, Нарбут возглавил ее, занимался хирургической практикой, внедрил методы лечения инфекционных заболеваний, посещал больных на дому и оказывал помощь тем, кто не мог позволить себе лечение. А кроме того, создал в Браславе пожарную дружину, начал издавать газету, стал режиссером и актером местного театра. Он работал в больнице и после тяжелого ранения, полученного во время Первой мировой войны. Завершил службу только в возрасте 72 лет, а через год умер после серьезной болезни и был похоронен в Браславе. На средства, собранные местными жителями, на Замковой горе ему был установлен памятник, напоминающий свечу или маяк. Станислав Нарбут не одерживал громких побед и не совершил великих открытий, но он стал человеком, изменившим мир для многих.